Сегодня мы приготовим простой салатик с пекинской капустой неженка. Для этого нам понадобится пекинская капуста 250 грамм, 400 грамм ветчины, 4 огурца, 3 яйца, 150 грамм сыра, 1 зубчик чеснока и майонез для заправки. Пекинскую капусту шинкуем средней соломкой. Ветчину нарезаем тонкой соломкой. Огурцы тоже. Яйца отвариваем и натираем на крупной терке. Сыр также натираем на терке. Добавляем измельченный чеснок, соль по вкусу. Заправляем салат майонезом и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.